Продолжаем. Первое, что нам надо установить, это то, куда осуществляется хранение рабочих значений. Пройдя несколько тестов, установим BPN write в нескольких секциях экзекриптора. Мы сразу увидим, что значение сохраняется в той же секции, где располагается сама процедура. Это логично, так как обычно подобные процедуры не любят распределять данные по различным секциям, стараются работать со всеми той, где они сами находятся. По крайней мере, так в данном случае. И некоторых других, с которыми я сталкивался. Если мы столкнемся с другими вариантами, будем искать, куда происходит сохранение, но здесь видно, что сохранение идет в ту же секцию. Вот. Ставим сюда. Set memory breakpoint on write. Хорошо, разместим BPN write, выполним run, который покажет нам, что происходит. Держитесь, начинается замес. Нажимаем 9. Важно следить за тем, что сохраняется и где это сохраняется. Мы видим, что у этого значения EX нет никакого смысла. Вот, видим тут. Так как это ни одно из начальных регистров, неизвестное значение, что у нас сохраняется 47 от D0C. Давайте сделаем небольшой список с данными, что и куда сохраняется. Дальше идет по тексту, можно читать. Я буду цифры опускать. Вот он пишет EX равно 12. 2601B0. Вот она. Сохраняется в 47D0C. Нажимаю F8. Я буду цифры опускать, чтобы было быстрее. Если что, то это видно по статье. Новый F9, следующий AX. Если будут по тексту какие-то цифры, то буду, конечно, читать. Дальше. EBX, EAX. Вот, значит, 0.1 меняется на 0, на 0. 0.1 меняется на 0.2. 0 меняется на 1. Можно посмотреть. Пока мы это делаем, миска со смотрим, не появилось ли значение 12FFF0 в стеке. То есть вот здесь. В средней колонке. Не адрес, а значение. И оно должно присутствовать, но пока оно не появилось, давайте продолжим делать листинг. Новый F9. С помощью этого попа 12FFF0 перемещается в 47A0CC. Вот, видим. 12FFF0. Дальше в 9 еди сохраняется. Я выделяю значение еди, так как это одно из начальных значений. Вот, верное. F9. Если сохраняется EDX, ECX, EAX. Прошли. Дальше. EBX прошли. EAX. 12FFC0 сохраняется. 47B0D8. Так и есть. Посмотрим на 12FFC0, то есть сюда на верхушку, где должно быть сохранено следующее значение. F9, EAX, вот эта команда у него пропущена, инструкция. Дальше, 0.1 меняется на 0, 2 меняется на 3, 0 меняется на 1. Ну а тот же поп. Посредством этого поп 12FFF0 перемещается в 47A4888. Дальше, еди. Даже после всех этих танцев 12FFC0 не появляется в стеке. Значение не появляется. Если EDX, ECX, EAX, EBX. Та же инструкция, которая раньше сохраняла EBX. Давайте терпеливо продолжать. Мы уже прошли 1000 инструкций. До сих пор не встретили первую реальную инструкцию программы. EAX. Начальное значение ESP равно 12FFC4. Вот оно. Это имеет важное значение. Будет сохраняться сюда. Давайте продолжим. Ну а EAX. Мы видим значение 12FFC4, которое является начальным значением ESP.
Сейчас оно уменьшается на 4. Это происходит, когда выполняется push. Значение ESP уменьшается на 4. Вот. Можем тут сюда пойти. Уменьшилось на 4. Сейчас оно стало равно 12FFC0. Идем дальше. 1 меняется на 0. 3 меняется на 4. Вот у нас сложение видим. Exchange. Байт. 0 меняется на 1. Ну вот, тоже решение использования POP. 47A4 48. Вот идем. Помещается 12FF0. Не забываем, что до сих пор не выпалась ни одна реальная инструкция. То есть вот здесь посматриваем. ЕДИ сохраняется. ЕСИ. Вот все буквы F сохраняются 47A48. Той же инструкции, где сохранил, которая сохранила ЕСИ раньше. Терпеливо продолжаем. EDX, ECX, EX, EBX, EX, 12FFBC, сохраняется 47B4, 5.4. Обращаем внимание на 12FFBC. Это второй адрес для записи в стек. Вот он. Потом увидим дальше. NoF9. EX сохраняется. Мы видим, что начинает повторяться цикл. Давайте продолжим. EX. EBX. 1 меняется на 0. Тут одна инструкция. Пропускаем ее. Потом 4 изменяется на 5. Видим ADD. 0 меняется на 1. С помощью этого попа снова 47A20C, вот, помещается 12FFF0. EDI сохраняется та же инструкция, которую мы уже видели перед сохранением EDI. ESI. По-прежнему не выполнена первая реальная инструкция. Идем дальше. EDX, ECX, EAX. Это мусор. Хорошо, я так стану Сан Рикардо после этого, пишет автор. EBX, EX. Мы замечаем, так как мы очень внимательны, что в прошлый раз, когда выполнялся цикл, EX был равен 12FFC4, сейчас 12FFC0. Это детали, это то, что нужно видеть. EX. Мы видим, что сохранение происходит по адресу, где сохранялось верное значение стека, и оно заменяется все буквы F. Это вот на предыдущем шаге. Так, 1 меняется на 0. Ноль меняется на 1. 1 на 0. 5 меняется на 6. 0 меняется на 1. С помощью этого попа снова сохраняется 47A1CC. Значение 12FFF0. Далее. EDI, ESI, EDX, ECX, EAX. Цель защиты заключается в том, чтобы утомить того, кто пытается в ней разобраться. Но я очень твердолобый, пишет Рикардо. Поэтому продолжим. Первая реальная инструкция по-прежнему не выполнена. EAX. Не, EBX, EAX. Еще раз EAX. И наконец, поскольку я поместил аппаратную точку снова на запись по адресу 12FFC0, я вижу, где сохраняется значение push EBP. Идем сюда, в dump, вводим адрес стека, вот этот вот, верхний. И делаем так, breakpoint, hardware on right, the word. Поставили. Нажимаем 9. Нажимаем 9.
Смотрим, пока она сработает. Нам нужно дождаться, пока здесь будет написано Hardware Breakpoint. Ну, можно убрать вот здесь, было быстрее. Не получилось, что мы пропустили. На здесь, можно сказать, будет такая контрольная точка. Делаем так. Здесь все как обычно. Вот здесь вот после перезагрузки идем 12FFC0. Выделяем. Breakpoint. Делаем на запись. И вот здесь нужно, чтобы прийти к этой инструкции, нажать 22 раза F9. Тогда заработает. Сейчас перезагружу. Это не заработало правильно. Вот мы тут, нажимая всем, попадаем в этот нашу эмуляцию. Идем снова 12FC0. Breakpoint, Hardware Write, The Word. Но вот что-то не срабатывает. Сейчас еще попробуем. Если сейчас не срабатывает, то поэтому она там не сработала. Видим, здесь все пусто. Здесь тоже все пусто. Должно работать. Еще раз. Адрес в дампе 12FFC0. Вот эти значения выделяем. Breakpoint. Нужно сделать вот так вот. Нажимаем F9. Вот, заработало. Значит, а первая точка снова, нужно нажать 22 раза. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это будем называть нашей контрольной точкой. 10, еще 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще 2 нажатия. 1, 2. Должен быть адрес 49, 23, C8. Вот она инструкция. Несколькими строками выше мы видим, что значение 12FF0 берется из адреса 47A11C. Ну, это если туда пойти и выше почитать, можно увидеть, как оно и есть. Если мы посмотрим много ранее, то увидим, что значение 12FF0 сохраняет 47A11C0 с помощью инструкции POP. Этот POP очень важен, поскольку он размечает значение EBP, которое затем с помощью инструкции Exchange эмулирует инструкцию POP. То есть все инструкции POP эмулируются через Exchange обмен. Exchange и адрес ячейки в стеке. Понемногу мы находим что-то полезное среди всей этой бессмыслицы. Следующая реальная инструкция, которую должна выполнить, это инструкция move EBP и ESP. То есть для тех, кто запутался, можно вот до сюда доходить. Потом идти дальше. Сейчас смотрим на Exchange. Видим, что EBX равен 12F0 и смотрим сюда на стек. Это будет первая реальная инструкция.